Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдии, как обычно, будут решивать. И сегодня хочу побегать, потестировать Фрэнки, так как у него есть встроенный, ну, от таланта деф 15-13. Он уменьшает по себе входящий урон на 65%, увеличивает атаку. В общем, попробуем сегодня потанчить, как и некоторыми героями бегали, пробовали Розу. Она себя показала реально очень круто против топовых. Сегодня потестируем вот такую вот сборку. Ну, пусть будет дополнительное усиление, получается. Обалденный деф у нас, плюс еще усиливается атака. В общем, попробуем. Так, давайте я сейчас и героев своих возьму, еще кого-то, мало ли. Так, ворожей. Давайте тут на всякий случай поставим. Сделаем немножко наоборот. Вот так сделаем. А сюда поставим кролика. Я вам показывал уже, что кролик реально на сегодня один из таких самых топовых. Так, на битву гильдии. О, 700, нифига себе. 500, 700 и 700. Отлично, поехали. Поехали шатать. Попробуем сегодня набить новый топ, не слиться. Так, отлично. Космо, вот мне нравится больше всего, что у нас есть космо в противниках. Но видите, в чем проблема кролика? Если будет кролик, он не будет атаковать. То есть в этом проблема немножко у нас. То есть он нам не подходит в данном случае, потому что Фрэнк у нас будет в роли танка, он вряд ли будет забегать внутрь. Поэтому сделаем все обратно. Сыры обратно, короче. А сюда ставим короля. Отлично. Поехали сливаться. Вот нравится мне, когда в прайе с воодушкой либо космо. Вот видите, в чем разница. Был бы у нас Ронин, он бы бежал, кролик для него получше будет на нем смотреться. А так как у нас здесь... Ой, стрелок, отлично. Еще и дополнительно нас заряжать будут. Может, еще и включимся хоть разок. Так как у нас герой стоит в стане, то есть он не атакует, нет у него действия атаки, он никого не трогает, соответственно, эпитомис, который работает от атаки героя, работать не будет. Цепелин имеет, скажем так, автопрок, скажем так, то есть независимо от того, герой в стане, не в стане, у него кулдаун там 5 секунд, если я не ошибаюсь. И вот этот кулдаун получается реально сейчас срабатывает. Вот так вот, просто изи. Посмотрите на входящий урон. 4-5 тысяч, вот он сдвинулся наконец. 4-5-4, то есть просто супер. 73% мы уже разобрали. О какой битве гильдии нормальной может быть речь, если у нас герои своими прокачками уже давным-давно превосходят. Надо делать, чтобы сливали героев. Только после слива героев вот это будет битва гильдии, когда ты снес все здания и снес таблетки с героями. Вот это... называется, ты прошел. А так получается, у тебя просто раньше Минотавром пробивали. Если сейчас Минотавр не добежит, собираешь одного героя на деф и вуаля. И все его прокачки там 30-е, 13-е, 13-е, они просто, ну, ни о чем. Так, что тут у нас? Тут у нас космо нету, зато у нас тут есть Фрея. Попробуем через Фрея забежать. Сейчас, может, получим люлей от Фрея. Ничего себе. Ну, в таком случае сейчас можно будет его переодеть. Хотя у нас смотрителя, посмотрите, сколько у нас от хила дает смотритель, когда он заряжен. Ай, видите, у него тоже. Не вопрос, меняем эмблемку. Попробуем немножко дальше выпустить. В таком случае меняется эмблема на выживание.
которая будет давать нули, когда атакуют там на протяжении 3 секунд, если я не ошибаюсь, плюс отхил фул, плюс у нас еще отхил от смотрителя, дырявая раста в центре, кстати, попробуем запустим подальше его. Видите, здесь космо нет, но зато здесь есть фрей. Если у нас получится ее зацепить, чтобы воробушек от фрея подлетел, это будет вообще супер. Ну, смотрим. Можно попробовать забежать через землеройку, либо через ворожая, тоже как вариант. 29%. Ну, пробуем в любом случае. Слив не слив. Как видите, нам хватает любого героя с дарным вариантом, чтобы нормально тащить. Роза, конечно, в данном случае было бы поинтереснее, потому что у нее еще встроенный отхил. Мне кажется, тут даже бочка бы затащила. Вот на таких растах можно и бочку выпускать. 70%, ребят. У нас еще там куча юнитов. Он еще плюс в стан входит. То есть все, что надо, есть. 82. Посмотрите, у него 30-е прорывы, 13-13 героя вижу у этого. Огника 13-13. И сейчас только хлоп и фрея зашатало. Вполне, кстати, вероятно. Соло проходит на ура, просто изи. Такс, 586. Следующий 700 у нас тут. Так, тут у нас космо тоже есть, фрея есть, отлично. Даем вот где-то отсюда, чтобы... Ой, отлично, еще фрейка заряжаться будет, то, что нам надо. Входящий урон, как видите, 6000. Вот нули пошли, потому что у нас выживание. То есть вариант выживания тоже вполне очень хорош. Он не двигается, он стоит на месте. Тот же самый вариант можно делать с Фрейей. С Фрейей более безопасно будет. Но, как видите, и Франки тащит в такой сборке. То есть СО, девятка. Я думаю, без доната тоже скоро до этого дойдут. Выбрать себе героя. Прокачали СО, рано или поздно выпадет ССка, чарка новая на входящий деф. И все, и будет вам счастье. Не надо там ждать Ронина и ожог. То есть варианты разные есть для прохождения битвы гильдии. И вот эти вот все прокачки, здания, пусть качают. Вот видите, вроде казалось бы топово, там 20-е, 30-е прорывы, донаты. Ну а толку от этого никакого. И так вот проходятся все практически. То есть если есть Фрейя на дефе, либо Космо, это минус, минус деф, скажем так. Ну, конечно, можно там недомогание, но имея разнообразие героев, хотя бы так. 70% героя можно прийти любому. И не надо забегать даже в расту. Так, поехали, посмотрим, что тут у этого. Что-то намудрено. Так, стрелок, вижу стрелка. Давайте попробуем отсюда. О, здесь Фрэнки есть, отлично. Ух ты, ничего себе. Вот видите, что делают герои с воодушевлением. Вот, нету... А, нет, Космо тоже есть. Но вот Фрэнки, вот почему я себе его тоже качал. Просто изи. Тут такой вариант, видите, уже не канает. Тут уже придется изобретать что-то другое. Либо брать сюда Фрейку. Вот видите, нули проходят, а дальше обалденнейшая атака. Супер. Хорошая раста. Так, 687. Давайте посмотрим на этого. Такс. Та же самая картина. Стрелки, шмерки. Так, тут тоже вот смотрите, как обалденно.
Видите, тут эта тема уже не прокатит. Троих мы прошли. На этих сейчас мы попробуем что-то другое сделать. Попробуем сейчас ремочку вцепить. Либо даже пусть будет воодушевление. Ту-ту-ту. Вот видите, два противника, в принципе, с правильными чарками, и Фрэнки есть. Вот вам Фрэнки на дефе. Так, ну попробуем. Давайте еще раз попробуем. Ай, вышел случайно. Франки ворожая кинуть. Нет, не канает. Видите, все-таки пробивают. Ну попробуем второго. Так, стрелок. Космо. Не хватает. Видите, даже вот тут вот дефа даже не хватает. У моих максимально прокачанных дефных не хватает. В таком случае приходится все-таки думать. Выбирать что-то другое. Так, окей. Пробуем. Давайте попробуем нечто другое. Попробуем такой вариант. Конечно, они тоже могут сейчас слиться, но это такое, самое главное затестить. Вот так вот делаем. Так, вместо землеройки ставим дерево. Я вам уже его показывал. Дерево тоже нереально крутое получается. Попробуем максимальный деф развить, если получится, конечно. Так. Огник, ладно, оставим огника, Фрэнки. Вместо лазули мы возьмем. Седнушка. Ну-ка, попробуем так. Изначально, то есть у нас тут должно быть сейчас дофигища дефа, конечно, не максимум, но ради интереса. Нам главное зависнуть. Попробуем через Фрэнки. Так, нет, Фрэнки все-таки сливают. Вот пошел отхил, Фрэнки слили. Мы вражеского Фрэнки тоже сейчас сольем. Так, немножко опасно, давайте. Хотя Фрэнки в любом случае нам сливать надо. Попробуем лучше зайти с этой стороны. Давайте попробуем через огника кинуть. То есть у нас как бы есть выживание дофига. Так, да, добежали, отлично. Можно еще спамить, ну вот, в принципе, нормально. Сейчас более-менее лучше. Так, дерево ушатали, к сожалению. Ну, поехали, ребятушки. Пути обратно у нас нет. Ну, я думаю, видите. Вот, максимальный деф и получается плюс выживание. То есть у нас землеройка еще там что-то хочет сделать. Получается деф от дерева, деф от гаргула,
от ворожея отхил, от горгулы отхил и седнушка. Вот вам, пожалуйста. Первого прошли. Надо будет потестировать максимально дефный состав на следующей битве гильдии. Так, тут опять есть рэнк. Тот же самый, видите, деф. Так, Афинка в тотеме. Ну, это все фигня. Посмотрите, сколько у нас... А представляете, какой у нас отхил, ребят? То есть у нас отхил... Так, мы тут можем, кстати, сейчас даже слиться. Если неудачно забежим. Да, ребятушки, это будет сейчас слив. К сожалению. Печалька. Надо будет потестировать на следующий раз. Все-таки попробую затестить. Видите, не с той стороны зашел. Надо было все-таки убирать не землеройку, убирать изначально стрелка, либо космо, как и в предыдущем заходе мы сделали. Вот такой состав. Я постараюсь, что там у нас по очкам. Ну, 12-13,5 было бы. Постараюсь такой же состав затестить в следующий раз, только собрать максимальный деф. Уберем выживание, сделаем чисто дефный вариант. И я думаю, будет довольно-таки интересно. Ну, слив есть слив. Мы шли на этом. Мы, в принципе, тестируем, смотрим. Но Фрэнки мне понравился. И этот состав тоже, в принципе, деф оптимально обалденный. Но против смотрителя, как видите, ничего не сделаешь. То есть ситуации разные бывают. Плюс недомогание. Надо все-таки убирать космо в первую очередь в таком составе. В общем, попробуем, потестим. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Ну, парней... В принципе, да, мне понравился. Вот видите, они убирают, ставят Фрэнки. Вот Фрэнки плюс стрелок, то есть такие варианты. Будем тестировать. Всем удачи, всем пока.